Дворец детства не откроет к старту учебного года. Сроки снова перенесли на неопределенное время. Напомним, проект изначально планировали завершить к сентябрю 2022 года. Дмитрий Садовников, первый заместитель председателя правительства Якутии, посетил стройку. На заседании после обсудили, что задерживает окончание работ. Это необходимость госэкспертизы и изменения проекта лифтов по требованиям детских учреждений. Но есть вопросы, которые при реконструкции и при работе возникли. Это специальные технические условия по лифтовому хозяйству. Иные вопросы, которые следом возникают по сметной части, по повторному прохождению госэкспертизы, по информации подрядной организации, которая проектирует данный объект, они работают и себе дают срок решения данного вопроса в течение 3 недель. Надеемся, они могли бы этот объект в текущем году сдать. По словам подрядчика, 4-й этаж в большей степени готовности, чем другие. Там работы закончили на 70%. Стены зашпатлевали и отштукатурили, положили кафель. Осталось установить двери, лестничные ограждения, покрасить и положить рулонный пол. После госэкспертизы подрядчик надеется увеличить штат сотрудников вдвое и закончить работы за 2-3 месяца.